Только представьте, прямо на пляже. Ветерок с океана, голубое небо, чайки. Кинокомпания Crystal Sky Entertainment представляет. Все только для вас. Это же таймшер. Ну, это называется таймшер. Вы представьте, на 2 недели у вас свой дом, только в вашем пользовании. Не надо ни с кем делить ванну или делить тостер, ничего. Надо. Ноль. Вы хозяйка своих владений. Мой племянник узнал про этот район по компьютеру. Племянник? Миссис Дарби. Он говорит, в этом квартале живут одни черные. Производство From Out of Nowhere. Вы правы. Вы правы. Дом в довольно бедном квартале, в основном там черные, и знаете, я рад, что вы узнали. Честно. Иначе я бы сделал то, чего потом бы стыдился. А именно, что продал вам этот таймшер. Там вам было бы страшно. Но еще бы не было. Конечно, было бы. Было бы. Мы оба знаем. Я понимаю, что могу показаться расистом. Черные парни любят белых женщин. Любят. Уж не знаю, в генах ли дело, или общество виновато. Можно вечно спорить о природе и воспитании, но наукой доказано, что черные парни не могут насытиться белыми женщинами. Думаю, что и в вашем возрасте нельзя избежать приставаний. Нет, мэм. Этим здоровым черным самцам все равно, молодая вы или старая, тощая или толстая, здоровая или ниже колен у вас 2 сморщенных огрызка. Им нужна ваша плоть. Они жаждут ее. Сказать по правде, я сам частично черный. И не будь я женат, я бы прямо сейчас набросился на вас и отделал бы собачьи. Представляю вас там, совсем одна, в большом доме. Утопая в море черных членов. Я оберу. Мудрый шаг. Поставьте свою закорючку, где пунктир. Вам туда нельзя. Прошу. Стэн Минтон. Я займусь вами через минутку. Подписывайте. Стэн Минтон, вы арестованы за мошенничество. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Это недоразумение. Подписывайте. Подписывай, белая Изавель. Я позвоню Мэлу. Вы об этом пожалеете. Мадам Форман, вы вынесли вердикт? Silver Nitrate Films и Chicago Entertainment Partners представляют. Да, ваша честь. Передайте бейлифу. Подсудимый, прошу встать. Мадам Форман, каков ваш приговор? Мы, суд присяжных, считаем подсудимого виновным. Что? Спасибо, мадам Форман. Нет, стерва! Умоляю. Тише, тише. Вынесение приговора завтра в 10 утра. Большой Стэн. Какого черта? Что это было? Мы проиграли. Нет, не я. Ты адвокат. Ты проиграл. Но мне правда жаль. Черт подери. Я богат. Мне нужно правосудие, как у Симпсона. Может быть, дадут условный срок? Нет. В этом штате мошенничество первой степени. Это минимум от 3 до 5. Придумал. Подкупи судью. Не буду я его подкупать. Подкупи. Брось. Подкупи. Не буду я подкупать. Подкупи, подкупи. Нет, нет, подкупи, нет, нет, подкупи. Я сказал, такими вещами я не занимаюсь и никогда не буду. Хочешь подкупить судью, пожалуйста. Уверен, любой жулик с улицы с радостью тебе поможет. Лю Поппер, адвокат, берусь за все. Майл, ты уволен. Мистер Поппер, ваш клиент готов к зачтению приговора? Да, ваша честь. Вы бы хотели что-нибудь сказать, прежде чем суд вынесет приговор? Ваша честь, мой клиент обвиняется в мошенничестве первой степени, в преступлении которого он не совершал.
Даже будь он виновен, а его клиенты обмануты, разве плохо, что мистер Минтон, как житель Лос-Анджелеса, получил эти деньги, тем самым сохранив их в обществе, а не какие-нибудь цыгане или приезжие мексиканцы, которые, безусловно, лишили бы всех нас с вами этих денег. Прошу вас принять это к сведению. Мистер Минтон, вы приговариваетесь к отбыванию заключения сроком не менее 3 лет в государственной исправительной тюрьме Верлейн. В таких случаях приговор вступает в силу незамедлительно, однако я откладываю ваше заключение на 6 месяцев, чтобы вы могли реорганизовать ваш благотворительный фонд по обучению отсталых детей музыке. Спасибо, судья. Да, суд окончен. Обучение отсталых детей музыке? Подвернулась Патрик. Я просил подкупить его. Я подкупил. 100 000 в Кругерандах нынче не котируется. Мы выиграли? Нет. Не понимаю, мы подкупили судью, а я все равно получил 3 года. Судья сделал все, что мог. И у тебя 5 лет, чтобы привести дела в порядок. Мои дела и так в порядке. Как юрист советую тебе отправиться в отпуск в Бразилию. В бессрочный. Звучит здорово. Я не могу. Эти Крюгеранды были моей последней наличностью. Остальные деньги заморожены в банке. Я не собираюсь бежать и оставлять 7 миллионов баксов. Что ж, Стэн, как говорил мой старик, зашел в раздевалку, готовься увидеть перцы. Что? Это еще что значит? Это значит, что надувая людей, однажды придется сесть в тюрьму. Спасибо, ты меня успокоил. Эй! Я продажный юрист. Я знаю, что однажды меня посадят. Но я же не плачу из-за этого, видишь? Стэн, не торопись, ты подавишься. Я должен наесться. Говорят, тюремная жрачка полный отстой. Я рада, что у нас целых 5 лет, прежде чем ты... Ну, понимаешь? Не то слово. Я мог бы уже быть в тюрьме. Этот Поппер просто гений. Мне будет ужасно одиноко без тебя. Я знаю, милая. Но думаю, мне разрешат посещение. Я бы мог удовлетворять тебя раз в месяц. Неплохо, а? Конечно, здорово. Но я думала, мы могли бы придумать что-то сейчас, чтобы мне не было одиноко потом. Например? Например, завести малыша. Минди, ты что, рехнулась? Я просто... Меня не будет всего 3 года. 5 максимум. Куда денешь ребенка, когда вернусь? Отдашь в детский дом? Это жестоко. Но мы могли бы его оставить. Минди, сколько раз мы это обсуждали? Это так эгоистично, рожать ребенка на этот свет, где одни страдания, голод и войны. Это эгоистично. Я знаю. К тому же ребенок испоганит наш образ жизни. Мы не сможем отдохнуть, когда захотим. Они все ломают, плачут все время. У тебя будут морщины. Конечно. Да, морщины. Ужас, не так ли? Давай, издевайся надо мной. О, Минди, брось. Ладно, можешь завести собаку. Тогда я уйду. Еще один стейк, сэр. Проясни скотча. У нас виски? Плохо, конечно, но сойдет. С тебя 75 центов. Идет. Сдачи не надо. О, что ж. Да, еще.
собственность государственной тюрьмы. У тебя что, проблемы? Нет, нет, я... Я хотел спросить, вы были в тюрьме, да? У тебя проблемы. Нет, я... Я сажусь в тюрьму. Но я раньше там не был. И может, вы мне расскажете, что к чему? Я дам 100 баксов. За разговор? Сколько ты получил? От 3 до 5. Где? В Эрлейн. В Эрлейн? Хреново, Стэн. Охране на все плевать. Зэки целыми днями мочат друг друга. Как же я там буду? В смысле, если бы ты меня увидел, ты бы меня замочил? Скорее изнасиловал. Изнасиловал? Да. Значит, это правда. В тюрьме все становятся геями. Я и так гей. Но насилую я только в тюрьме. Ты гей? Да. Это бар для геев. Ну что, повтори, мне понравилось. Слушай, изнасилование не акт секса. Это акт насилия. А тюремная жизнь – сплошное насилие. А тебе судят по тому, как другие тебя боятся. Изнасилование – крайняя стадия унижения. Значит, ты опасный ублюдок. Значит, ты насиловал? Я этим не особо горжусь. Вообще-то я не оправдываю эту практику, но иногда следуешь ей, чтобы не отставать от других. Но ты понимаешь... Такие, как ты, легкая цель. О, боже. И что же мне теперь делать? Вступай в банду. Ты расист? Да нет. Значит, нацисты отпадают. Есть связи на улице? Нет. Может быть, ты латинос? Похоже, тебя все будут иметь. Ладно. Ладно, я могу быть расистом от 3 до 5, самым настоящим расистом. Хорошо. Можешь пойти к нацистам. Отлично. И тебя будут иметь только они. Будут иметь нацисты? Ни за что. Что же еще можно сделать? Может, я могу как-нибудь создать образ чокнутого уголовника? Если замочишь зэка. А без убийства? В твоем случае мало шансов. А наколок у тебя нет? Наколок? Тату. Да, да, да. Я рос без мамы, поэтому 18 лет сделал тату. Мама. Заказывай ковровую дорожку к своей заднице и табличку «Открыто». Меня изнасилуют! Стэнни! Стэнни! Милый, просыпайся. Уже 2 часа. Доброе утро. Добрый день, Стэн. Я принесла тебе сок. Это был дурной сон. Мне все приснилось. Что именно, детка? Это был ужас. Я должен был сесть в тюрьму, а меня хотели изнасиловать. Но вот я здесь, в своей кровати. Это был лишь дурной сон. Но ты ведь и собираешься в тюрьму, да? А? Тебе ведь в тюрьму через 5 лет. Нет! Милый, все хорошо. Многое может произойти за 5 лет. Что произойдет, Минди? У моего ануса вырастут зубы. Нет, глупый. Ты найдешь выход. Ты всегда его находишь. Что ты сказала? Ты всегда находишь выход. Точно. Всегда. Моя детка готова завтракать. Минди? Что у меня было в детстве? Ничего. В детстве у меня ничего не было. Отец-алкаш не проявлял ко мне никаких чувств. Летом я работал в кафе «Мороженое».
ел томатный суп на ужин. Никто ничего мне не давал. По правде, я влачил жалкое существование. Но посмотри на меня теперь. У меня роскошное имение. Я езжу на Ламборджини. У меня летний дом на озере. Домашний кинотеатр от Бенга и Олафсона. Красавица жена. И кого я должен благодарить за все это? Себя. Больше никого. Себя. Я победитель. Я всегда ставлю себе цель и иду к ней. Поэтому, когда я говорю, что меня хрен кто изнасилует, меня хрен кто изнасилует! Стероиды. Олимпийская сборная Китая по плаванию. Как проносить вещи в заднице для чайников? Тату-салон «Былая слава». У меня есть пара задумок, но сначала немного странный вопрос. Вы можете наколоть что-нибудь вокруг моего сфинктера, чтобы он стал менее привлекательным? Стэнли, давай спать. Нет, не сейчас. Минди, 19:25. Все. Видишь, какой рельеф? Какие мышцы? Новая вена. Я вижу сексуального мужчину. Правда? Интересно, что будет дальше? Возьми меня, милый. Минди, мне скоро в тюрьму. Но не сейчас. И пока я буду там, мной захотят воспользоваться. Давай не будем об этом. Минди, это важно. Я делаю все, что могу, чтобы этого не допустить. Но если это случится, и меня изнасилуют... Стэн! Пусть первый раз это сделает тот, кого я люблю. Стэн, я не могу. Прошу, Мин, ради меня. Ну ладно. Хорошо. Сконцентрируйся. Стэнли, сконцентрируйся. Я не могу, мне скучно. Если тебе скучно, то уходи. О, брось, чё? Мастер чё? Мастер чё? Я хожу сюда уже неделю, а до сих пор ерундой занимаюсь. Когда я научусь, как драться? У меня желтый пояс. Никто не боится желтого пояса. Что? Думаешь, ты готов к повышению? Да, именно. Ха, ладно, вот твой шанс. Эй, Сеймур! Идем. Ладно. Мне драться с малявкой? Ладно. Стойку! Ладно, Саймон. Покажи, что умеешь. Полегче! Нет, Стэнли! Что? Получил! Можешь забыть о возмещении. Это все, что ты умеешь. Слабак.
Прикольная у тебя техника. Ты дерьма не сможешь выбить из мешка с дерьмом. А у тебя получится? Вопросы есть. Минди! Ужин почти готов. Минди, прекрасные новости. Стэн, что с тобой случилось? Неважно, я встретил отличного парня, и представляешь, он будет моим тренером. Правда? А кто он? Мастер. Здравствуйте. Мастер. Он будет жить с нами и учить меня. А я заплачу ему, как только мои счета разморозят. Контракт. Да, сейчас составлю. Мне очень жаль, мастер, но в этом доме не курят. Теперь курят. Я разогрею еще одну порцию ужина. Милая, ты снова молодец. Ты отлично все подогрела. Скажите, мастер, откуда вы? Ад. О, и что вас привело сюда? Наверное, работа. Я там, куда ветер меня гонит. Правда, он супер. И сколько вы преподаете искусство самообороны? Женщина. То, чему я учу, не искусство. Это наука. Тонкое сочетание самых смертоносных элементов карате. Кунг-фу, винчун, крав-мага, муэй-тай, савата и филиппинского кали. Моего любимого. Вау! Я нахожу слабости и превращаю их в силу. Жир я превращаю в мускулы. Я нахожу волдыри и превращаю их во фтозный стоматит. А сомнения я превращаю в волю. Уберите ее. Что убрать? Руку. Я и забыл про нее. Пойду посру. На здоровье. Стэн, милый, ему обязательно жить здесь. Мастеру? Он меня пугает. Я знаю, меня он тоже пугает. Поэтому он и будет меня учить. Ну, Стэн... Слушай, хочешь, чтобы я выжил в тюрьме? Конечно, хочу. Тогда не спорь со мной об этом. Вот увидишь, ты привыкнешь. Подъем, вставай, тряпка. Какого черта ты здесь делаешь? Пора начинать тренировку. Сейчас 5 утра. Это печенка? Это твой завтрак. И чем дольше будешь тянуть, тем больше живительных соков я выдавлю из нее. Они тебе еще пригодятся. Ладно, я встал. Но готов ли ты? Смотри, что я нашел в вашей кровати. Это слабость. Это пораженчество. Вообще-то нам это понравилось. Ешь. Иди за мной. Рукой. Теперь ногой. Бей со всей силой. Я смешала ту гадость, что вы просили. Купила ее в корейском квартале. Надо же, здесь есть корейский квартал. Слишком много яиц.
Рыбьего жира хватит. И бычьей поджелудочной железы. В следующий раз не жалей языка. Она тоже так говорит. Стэн! Я в порядке. Уйди от него, женщина. Все хорошо. Встань и пей свой обед. А ничего повкуснее вы найти не могли? Любишь хот-доги? Еще бы. Не выпьешь это. Парни в тюрьме накормят тебя кучей хот-догов. Я так быстро дам тебе пинка, что ты даже не почувствуешь. Да неужели? Ты что, не дал мне пинка? Я не почувствовал. Боль – это интерпретация. Я беру тайм-аут. Вы уже час бьете моего мужа горящей палкой. Может, вместо этого вы придумаете какое-нибудь ролевое упражнение? Уйди, милая, это мужские дела. Давайте, мастер. Ау! 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 Не хочу вас обидеть. Я понимаю, это укрепляет мои соски. Поверьте, это ужасно больно. Один вопрос. Насколько важно иметь сильные соски? Однажды эти соски могут спасти тебе жизнь. Ты то, что ты ешь. Вы уверены, что это восточный мистицизм? Просто нас учили этому еще в третьем классе. Молчи, женщина. Я имею в виду, вся эта боль и иллюзия, это все выглядит очень загадочно. Но ты, то, что ты ешь, это даже я знаю, а я из Омахи. Какой части Омахи? Данди. Счастливая лощина. Вы из фермы? Мог бы и догадаться. Эти детские, девчачьи бедра явно не могут быть с этого... распутного побережья. Ничего, что я тут скорпиона ем. Дерзкий глупец. Ты потерял право есть скорпиона. Супер. Пообедал. Спасибо, милая. Стэн, так не пойдет. Но мастер сказал... Мастер кретин. Чш. Да. И он псих. Весь дом провонял. Что, обязательно курить в каждой комнате? И наедине мы остаемся только в постели, и ты всегда слишком устаешь. Эй, у меня 5 месяцев и за решетку. Нужна концентрация. Я должен думать, есть, дышать тюрьмой. На другое у меня нет времени. И что, даже на меня? Знаешь что, когда мы закончим с мастером, я возьму пару фильмов, и мы разляжемся перед телеком, как раньше. Идет? Правда? Минди! Какие-то люди в доме! Что? Они сейчас изнасилуют тебя! Что? Бугаи! Они хотят поиметь тебя! По очереди! А где мастер? У них оружие! Они убили его! Мы пропали! Тебя изнасилуют! О, боже! Изнасилуют! О, боже! Изнасилуют! Изнасилуют! Ого. Видишь, каково мне? Что? Страх изнасилования. Вот с чем мне придется жить 3 года. Так значит, никто не врывался в дом? Разумеется. Но теперь, надеюсь, ты с пониманием отнесешься к тому, что меня ждет в ближайшее время. Ах ты, сукин сын! Да, ты расстроена. Ах ты, сукин сын! Ау, не надо выражаться. Ух ты, ау, сукин ау, сын! Минди! Минди! Сволочь, сволочь, Минди! Сволочь! Скотина! Минди! Минди!
Минди, что ты делаешь? А ты как думаешь? Я ухожу от тебя. О, из-за дурацкого розыгрыша. Да ты когда успокоишься, я уверен, дело что ты поймешь. Дело не в дурацком розыгрыше, а во всем. Ты только о себе и думаешь. Ты самый эгоистичный человек в своем роду. Самый. О, прости, эгоистичный? Просто смешно, честное слово. Я давал тебе все, чего ты только хотела. Смеешься? Я дал тебе этот дом. Он на твое имя. Я сделал тебе сиськи. Ты сам захотел. Ты сказала, что Ламборджини маленькая, и я купил вторую машину. Подумаешь, Порше Спидстер 55-го года. С задним сиденьем. Минди, чего ты хочешь, я все сделаю. Я же говорила, хочу ребенка, кретин. Опять? Ладно, хорошо, будет тебе чертов ребенок. Правда? Не совсем, но мы будем ходить к людям, у кого есть дети. Прощай. Давай, уезжай. Ты мне не нужна. Мне никто не нужен. Минутку. Я медитирую. Минди уехала. Хорошо. Теперь начнется настоящая подготовка. Мне некогда учить тебя всем пяти пальцам смерти. У нас есть время лишь на один. Выбирай. Ладно, стой. Этот. Держи. Теперь ты. Слишком близко. Отогнать его на расстояние. А если твой враг и близко, и на расстоянии одновременно? Тогда закрой глаза, пошире открой рот и смотри, не обосрись. Ау! А это что? Это я подобрал в Шаолиньском монастыре. А для чего они? Твой обед. Брюс Ли.
Ладно, не так близко. Никогда не радуйся раньше времени. Я запомню. Да. Миссисипи 5, Миссисипи 6, Миссисипи 7, Миссисипи 8, Миссисипи 9. Боже, потрясающе! Это что, видел бы ты его? Для меня это пустяки. Сигареты настолько нарушили мое кровообращение, что я даже не чувствую своих рук. Так вот в чем фокус. Выпьем за Стэна Минтона, моего второго лучшего ученика. Второго лучшего? А кто первый? Надеюсь, ты никогда этого не узнаешь. Он использовал то, чему я его научил, не для защиты, а для злых дел. А? К черту его! За номер два. До дна. У Стэна остался последний тест. Сегодня. Вот как? Ладно. Как скажешь. Школа карате Мастера Чо. Добро пожаловать. Привет, Чо. Забыл? Для тебя Мастер Чо. Мастер Чо. Или Мастер Баттер Чо. Я не понял. Все ты понял, урод. Ты что, напрашиваешься, мистер? А ты что, так и будешь? Дрочить. Ну все. Очень хорошо, Стэн. Ты не проводишь меня до машины? Хорошо. Мне здесь как-то не по себе. По-моему, азиаты меня не любят. Ну вот, осталось подняться по лестнице, и срок начнет капать. Кстати, планы немного изменились. Вчера звонили из тюремного бюро. Тебя отправляют в Оксбург, а не Верлейн. Почему? Кто знает. Бюрократия. Это уже не важно. Давай, ты справишься. Да? Да. Минди или ее адвокат звонили насчет развода. Хотя мне все равно. Ладно. Увидимся через 3 года. Ну, что думаете? Что лучше тебе бежать отсюда? Фу! Мне нужно пиво. Не садитесь в машину, воспитайтесь сначала. Убийца мамы. Первый раз здесь.
тебя есть имя? Еще раз со мной заговоришь, соски откручу. Чувак, мне тоже страшно, но там вряд ли так страшно, как говорят. Там страшнее, чем говорят. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. Скажи. Ты тоже узнаешь, и очень скоро. Я что тебе сказал? Черт подери! Государственная исправительная тюрьма Оксбург. Добро пожаловать в Оксбург. По причинам, на которые мне откровенно наплевать, вы, господа, оказались под моим надзором. Я начальник тюрьмы Фрэнсис Гэскуи, но можете звать меня босс. Здесь, в Оксбурге, есть лишь одно правило. Не связывайся с боссом. То есть вы не докучаете мне и не докучаете моим людям. Что вы, скоты, делаете друг с другом, это ваше дело. Прямо за вами находится мой сад. Кого поймают писающим там, лишится своего члена. Сержант Буллок отведет вас в медпункт, где вас разденут и досмотрят все ваши щели. Уверен, вам понравится. Так, господа, колонну по одному. Давайте живо носом в затылок. Так, хорошенько нагнитесь. Какого черта ты визжишь, как гребаная девчонка? Сержант, там... Господи Иисусе. Как будто чужой смотрит прямо в душу. Добро пожаловать. Ваше новое жилье, любезно предоставленное штатом. Живее, мальчики. Здорово, приятель. Да, похоже, мы сокамерники. Меня зовут Ларри, но можешь звать меня Карлик. Карлик? Ты на моей койке. Что? Это моя койка. Проваливай. Нет, погоди минутку. Это моя койка. Кто дал тебе право? Я сказал, это моя койка. Да. Пожалуй. Лучше смени простынку. Я вроде как импульсивный мастурбатор. Это твоя койка. Правда? Конечно, конечно. Спасибо, дружище. Думаю, мы с тобой отлично поладим. Дай пять. Я не жму руки. Ну, как скажешь. Как же тут хорошо дрочится. Скажи мне, Карлик, кто здесь самый крутой? Кто главный драчун в блоке? Главный драчун? Тут много таких. Вон Клеон. Он главарь королей алмазов. Это банда черных. Однажды он кулаками забил зэка насмерть. Или Хуанита. Он главарь мексиканской банды. Крутой чел. Эй! Ни в коем случае не подходи вон к тем парням. Чтобы выразить свое я и различить. Это саентологи. Да, они ж слабаки. Ага. Они тебе весь мозг вынесут и оставят без гроша. Отделите страх. И еще есть, вон, нацисты. Крутых у них нет, но они никогда не дерутся по одному. Они всегда нападают толпой. И главарь Петерсон, настоящая мразь. Его дядя глава арийской нации. Ты не так меня понял, Карлик.
кто самый опасный сексуальный хищник в блоке? Ну, это просто Бугай Реймонд. Совершенно ненасытный. Псих. Другие черные с ним не связываются, но если придется драться, они будут за него. Бугай Реймонд, значит. Можно одолжить? Да. Спасибо. Стэн! Стэн, подожди, ты куда? А ты думал, сигареты на халяву? Так, что ли? Я заплачу, просто у меня нет денег. Думаешь, мне нужны деньги? Извини. Отвали, урод! Тобой я позже займусь. Ты обозвал меня уродом? Да, и что? Эй, народ, все слышали? Бугай Реймонд просто так назвал меня уродом. Разве так можно? Я же не называл его жирдяем. Я же не говорил, что собачье дерьмо красивее его. Я же не говорил, что у его мамаши между ног воняет яичным салатом. Хоть это и правда. Теперь урод, урод. А, братан, так отделать нигера, дай пять. При мне так не выражайся. Это мерзкий расизм. Клёвая шутка. Ну ладно, братан, слушай меня. Мы хотим, чтобы ты был с нами, потому что эти ниггеры, они... Я сказал при мне не выражаться. Пустите меня! Замочим его. Я сам. Не лезь не в свое дело, Клеон. Да брось. Только не говори, что вступишься за этого жирного придурка. А ты видел цвет кожи этого жирного придурка? Эй, опять за старое? Вы что, Discovery не смотрите? А, парни? Они провели тест на ДНК. Мы все из Африки. Это доказанный факт. Внутри я такой же, как и вы, ниггер. Взять его! Come on.
только взялся. Клеон, хочешь со мной драться? Придется со мной драться. Я понимаю. Забирай свои зубы. Сейчас. На этот раз я оставлю их тебе, но подкатишь еще раз. Повешу их на шею, как трофей. Вы что, мне не поможете? Я потерял свой премоляр. Надо бы добить их. Кто-нибудь вызовите ортодонта. Я смотрю, мистер Минтон знакомится со своим новым окружением. Думаю, пора с ним немного поболтать. Пошли вон, живо. Черт, вкусно. Не знаю, чего все жалуются. Ты шутишь? Эй, друг, большое спасибо тебе. За что? Ну что, помог мне тогда с Реймондом? Я помогал не тебе, а себе. Я должен был убрать главного ублюдка в блоке, а он говорил с тобой. Ладно. Но знаешь, я... Знаешь, кажется, он хотел трахнуть меня. Поверь, для тебя я лишь отсрочил неизбежное. Какая девочка. Детка, детка! Да. Все равно спасибо. Как тебя зовут? Не стесняйся, скажи привет. Иди ко мне. Зачем так жестко с парнем-то? Меня это не касается. Пусть все так и остается. Ясно? Минтон, начальник ждет тебя, вставай. Меня? Да, живо! Руки за спину. Войдите. Минтон, я рад, что вы здесь. Снимите с него наручники. Вы уверены, босс? Я же сказал, снимай. Сэр, я... Я уже снял. Главное сместить кисть. Какой кошмар! Подождите снаружи. Садитесь. Начальник, если это из-за драки, то... Сигару? Спасибо. Бренди? Можно. Вам, тюремщикам, пора жаловаться. Потому что в фильмах вас показывают какими-то засранцами. Но... Я не собираюсь всю жизнь быть тюремщиком. Вот как? Скажите, Минтон, что вы думаете об этом месте? Сойдет.
Для тюрьмы. Не о тюрьме, о земле. Довольно обширная площадь. Отличный вид на холмы и город. Нулевой уклон. Думаю, под нами скальное основание. Легкий доступ к центру. Неплохой потенциал для развития. Жаль, что здесь тюрьма. Именно. Знаете, вы не случайно оказались в Оксбурге. Мне пришлось напрячь кое-кого, чтобы получить вас. И для чего вам это? Что ж, идемте. Оксбург Эстейтс. Я негласный партнер, так сказать, нескольких частных инвесторов, которые хотели бы построить на этой земле элитные дома под таймшер. По-моему, вы эксперт в этом деле. Да. Конечно, все это возможно при условии, что тюрьму когда-нибудь закроют. Логично. Знаете, я в тюремном бизнесе. Я умею ломать людскую волю, подавлять дух, но это контракты на недвижимость. Они ведь могут и жизнь сломать. Поэтому вы здесь. А мне что с того? А вы хотите выйти отсюда через год? Но у меня обязательный минимум. Начальники тюрем имеют право предоставлять досрочное освобождение. Особенно неопасным заключенным, отбывающим первый срок. Тюрьмы забиты, знаете ли. Система продажна. Я тоже. Роскошные места должны быть ближе к лагуне. Это удвоит ренту. Плюс стоянку сделать подземной. Это 8 дополнительных мест. Какой кретин делал этот макет? Но как избавиться от тюрьмы? Это уже моя головная боль. Расскажите мне еще про места под стоянку. Багабу, е-е, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Багабунда, багабундо, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Багабунда, сойо. Багабунда, пара-па-па-па-па. Багабунда, пара-па-па. Ты все взял? Он даже не узнает сейчас. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай. Багабунда, сойо. Багабунда, Багабу! Теперь шрам останется, псих! Хочешь взять заточку? Она из расплавленной зубной щетки и бритвы. Очень креативно. А это? Из трех кусков мыла и шнурка. Да я тебя умоляю. Повеселимся. Эй, Стэн, что ты сделал с Паттерсоном? Немного помял его. А что? Кто-то вставил ему затычку в задницу. Говорят, он теперь месяц срать не сможет. Теперь я знаю, что такое Schadenfreude. Что? Schadenfreude. Это по-немецки. Кайф от того, что кто-то вторгся в анус твоего врага. О-о-о.
Эй, ты на меня попал! Все отлично. Эти парни душки. Отлично. Эй, слушай, друг, мне нужна помощь. Адвокаты Минди не отвечают на мои звонки. Если ты хочешь покончить с этим разводом, тебе придется связаться с ней лично. Стэн! Да, я займусь этим. Что там с апелляцией? Можешь не верить мне, но мадам Форман сейчас прямо передо мной. Отлично. Мне пора. Долг зовет. Спасибо, Лю, я позвоню. Вы случайно не Шарлиз Терон? О, выпали. И я убедил их обменять говядину на коне. Правда? Это Стэн. Минтон, хочу представить вам мистера Дэнга. Он член Совета правления тюрьмы. Вьетнамскую мафию уже пускают в правление тюрем? Наколки на пальцах. Как ты и сказал, Стэн, система продажна. Семья мистера Дэнга также мой партнер по Оксбург Эстейтс. О, хорошо. Я как раз смотрел контракт. Здесь довольно туманная формулировка по поводу взаимных обязательств. Уверен, это не специально, но это может выйти для вас боком. Правда? Я скажу юристам все немедленно исправить. Знаете, у меня есть отличный юрист. Это его конюк. Лю Поппер. Поппер? Я непременно с ним свяжусь. Идем, Дэн, посмотрим шоу. Похоже, эти дикари уже готовы к проверке. Дай мне еще несколько недель, они будут совсем готовы. Надеюсь на это. Клубнички не желаешь, Дэнк? Я выращиваю ее в своем саду. Спасибо. Минтон, клубничку? Нет, спасибо. Наверное, рановато сорвал. Боюсь, не в этом дело. Они чертовски меня боятся. Хорошо, Стэн. Хоть кто-нибудь бросил тебе вызов? Не, у меня все под контролем. В чем дело, Стэн? Ты звучишь отстраненно. Не знаю, просто... Вы никогда не чувствовали жалость к кому-нибудь? Ты спроси еще, жаль ли мне тех личинок, что я каждое утро мелю себе в кофе? Вот и я чувствую так же. Ладно, мне пора. Не подведи меня, Стэн! Да, давай же, ты просто меня используешь. Используй? Нет, нет. Ты меня любишь? Да, да. Докажи, докажи. Черт. Докажу. Ты меня любишь? Да, алло. Одну минуту. Да, да. Привет, Стэн. Мне кажется, ты меня любишь. Кажется, мадам... Форман в одном оргазме от того, чтобы дать тебе апелляцию. Отлично, Лю. И пошло. Тебе Минди или ее адвокат не звонили? Нет, но не говори, что я зря ем свой хлеб. Привет, парни. Кажется, я не заказывал китайской еды. Хотя от десерта не откажусь. Кому пишешь? Да так, никому. Ты весь вечер строчишь, а говоришь, что никому. Пойми, я здесь уже очень давно и со многим смирился. Например, что до конца жизни просижу в этой вонючей дыре. Но лишь... Об одном я жалею, что у нас ничего не вышло с Миёси.
Она была единственной, кто любил меня таким, какой я есть. Я был слишком упрям, чтобы это понять. Все бы отдал, чтобы поступить с ней иначе. А как ты поступил? Убил ее. Да. Алкоголь никогда не открывал во мне лучшие черты, Стэн. Ты была права. Я был упрямым эгоистом. Уйти от меня было лучшим твоим решением. А я был неправ, потому что обижал тебя. Теперь я понимаю, почему ты хотела ребенка. Это еще одна возможность любить друг друга еще сильнее. Надеюсь, однажды ты сможешь простить меня. С любовью, Стэн. Я знаю, что вы хотите вернуться к своей качалке, баскетболу и мастурбации, так что постараюсь покороче. Я выбрасываю все эти жестокие видеоигры и фильмы. Отныне у вас будет более полезное развлечение. И, честно говоря, в той рэп-музыке, которую вы слушаете, слишком много ненависти к женщинам. Что это за фигня? Вы любите женщин, так? Никто не будет возражать, что мексиканцы в этом лучше понимают с их мариачи и сальсой. Под них легко танцевать, и от них не устаешь. Карлик, включи нам. Сейчас. Me gusta ir por los caminos. Кубинская музыка, а не мариачи. Но вы поняли, да? Теперь последнее и самое важное. В этой тюрьме больше не будет изнасилований. Вот именно. Каждый изнасиловавший другого зэка будет отвечать передо мной. И ему не сдобровать. Можно? Большой Стэн. Да, Хуанито. Почему ты суешь свой нос не в свое дело? Мои люди агрессивны и суровы. Иногда им нужно куда-то выплеснуть лишнюю энергию. Тебе-то что? Что ж, молодец, хороший вопрос. Спасибо. Какое мне дело? Мне это просто не нравится. И я объясню, почему. Робби, подойди сюда. Да, ты, Робби Хиппи, подойди, давай. Ну, все, все, Робби, на какой срок тебя посадили в тюрьму Оксбург? От 5 до 10. От 5 до 10 лет. И что ты сделал, чтобы заслужить такой срок? Толкал марихуану. До черта марихуаны. Спасибо, Роми, садись. Он продавал траву. Он толкал марихуану. Я не буду рассуждать о наркополитике стран. По мне, она слишком мягкая. Неважно. Но только потому, что Робби виновен в продаже дури, это не значит, что он заслуживает, чтобы его имели в задницу каждый день следующие 10 лет. Это просто нечестно. Кто-то из вас здесь, потому что постоянно пьет за рулем. Кто-то из-за пристрастия к кокаину.
Кто-то ограбил банк. Я тебе, Леотис. Но не насиловать же вас за это. Это просто нечестно. Да, Кернахан. А осужденных за изнасилование можно насиловать? Да! Хм. Насильников? Что ж, наказание соразмерно преступлению. Валяйте. А как насчет педофилов? Да, их тоже. Кто-нибудь еще? Большой Стэн, а фальшивомонетчиков? Что? Фальшивомонетчиков? Бугай, Раймонд, кроме тебя их здесь нет. Минуточку. Ты просто хочешь, чтобы... Ладно, вот еще что нужно прояснить. Между однополым сексом и изнасилованием большая разница. Бугай, Раймонд. Кто-нибудь захочет заняться с тобой сексом? Итак, ну кто-нибудь, а? Да. Да. Тайлер? Отлично. Привет. Развлекайтесь. Только предохраняйтесь. Прям детский сад. Вот еще что. Сестра! У этих двоих будет однополый секс по взаимному согласию. Это прекрасная вещь. В отличие от изнасилования, которое запрещено. Но ведь насильников и педофилов, их можно насиловать, да? Нет, нельзя. Что? Я передумал. Это плохая привычка, забудьте о ней. Эй, чем-то недовольны? Можете побить меня. Я так и думал. Ладно, свободны. Валите. Молодец, хорошая речь. Думаешь? Да. Надо было начать с какой-нибудь шутки. Нет, все было отлично. Да? Да. Ты прости, что облажался с Мариачи. А, забудь. Эй, большой Стэн, зацени наших пташек. Я рад за них. Тебе кое-что важное. Дай поесть, а? Большой Стэн, дело есть. Только быстро. Спасибо тебе за то, что ты сделал. Я ничего не делал. Не говори, что ты это сделал не для меня. Это неправда.